Друзья, всем привет! Сегодня у нас 22 октября. Приехали вдвоем с Димоном на один ставочек недалеко от города Сумы, так называемое Эльфийское озеро. Вот оно, это платный ставочек. Стоимость рыбалки здесь 150 гривен. Ну, попробуем. Вчера вот Димон здесь был, говорит, щука клюет отменно. Ее недавно запустили. И реально просто жор какой-то здесь щуки. За 3 часа он поймал 30 штук щук. Так что попробуем сегодня половить. Было здесь давненько на этом водоемчике. Лет 5, наверное, назад был. Еще тогда, помню, были соревнования. Мы с Андрюхой вдвоем участвовали на соревнованиях. И поймали тогда по одному окуню. И такие окуня, кстати, были тогда хорошие. По 400 грамм мы поймали, самые крупные на соревнованиях были. И как раз подтвердили наше название команды окуни. Так что вот, спустя 5 лет приехал тоже на этот водоемчик. Попробуем сегодня половить щучку. Ну, в принципе, флёр то кусает. Ну, мой, наверное, точно, у меня 0,55. У тебя 0,55? Вот, друзья, поклевочка первая, точнее вторая, но первая рыба. Давай, Димочек, на подхвате. Вот такой щукер с первой. Тихо, тихо, тихо. Сейчас выпущу. Стой, тихо. Да, 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 да. Не, казал, конечно. Вчера мне некоторые казали. А, конечно, в курсе, да. Конечно, в курсе. Поплыви. Я вчера больше, я вчера где-то 30 назад утопил. Опа, есть вторая поклевочка. Точнее, рыба. Ну, тоже что-то не крупное. Crazy Flipper, Димончик, работает. Да? Да. Рачок надо. Где ты там? Покажись, мелкая вообще. Вот, друзья, вторая щучка, такая мелкая. Поменял приманочку Crazy Flipper, поставил 2,8 дюйма. Есть. Так, отдай приманку. Все, плыви домой. Кстати, друзья, забыл сказать, это водоемчик спортивный, тут всю рыбу нужно отпускать. Вон там Димон завалил щуку какую-то хорошую, за треха походу. Под свинга, да, закос? Ну, че есть свинг. Че, а свинг есть. А 4 есть, я думаю. До 4. 3. 3-4. 3-400. Плацни меня. Давай на соревнования, как я жду. Да. Скажи, чтобы на соревнования. Что ж тут закончились вообще поклевки? Пробую, у меня вот такая вот проводка. Вот реально. Вот все, сейчас, да? Потяжками, типа. Взяла. Уже тут и на вымотке под берегом. Тихо, тихо, тихо.
сейчас выпущу. Вот, друзья, такая щучка. Уже кило 200, где-то кило 300. Тут уже под берегом взяла на вымотке. Красавица. Плыви домой. Подсела. Это уже пятая щучка на сегодня. Вот такой изик, 3 дюйма работает. Хотя это не оригинал, а китайский. Все, плыви. Еще одна. Тоже такая где-то под киловку. Стоят недалеко от берега. Так, это седьмая уже. Иди сюда. Заброс, третья рыба. Тоже небольшая, блин. Что-то мелочь начала клевать. Восьмая щука. Друзья, подобрал приманочку, такой закос под изика, 3 дюйма от Беркинга. Пошла раздача. Поклевочка еще одна. Тоже такая девушка где-то.
где там. Друзья, девятая уже щука на сегодня. Ты отдай приманку. Да дубашу, одна за одной. Да? Ну да, вот это уже девятая. Место? Не, ну пятая с места, в общем девятая. Ну такие только вот, ну бачишь. Подсела. Уже под берегом. Ну все стандарт, реально вот, ну, такие. Да. Нема твоих трешек. А я возьму, думаю, не парь. Теперь будет ты. Ну да, у тебя трешки, конечно. Десятая. Юбилейная. Тихо. Сейчас еще подсак утоплю. Заканчивается шнур. Друзья, я, конечно, извиняюсь, что прерываю просмотр вываживания данного, как бы, трофейчика, данного монстра. Ну, я думаю, такая рыбка достойная для отдельного видео. Так что в следующем видео делаю конкретно вываживание этого трофейчика, доставание из воды, взвешивание, ну и, конечно же, отпускание. И чтобы не пропустить данный видосик, друзья, подписывайтесь на канал и обязательно жмите колокольчик, чтобы вам пришло уведомление, что вышел данный видосик. Ну, а на этом приятного вам дальше просмотра, раздачи щук. Так, ну что, друзья, решили попить чайку, пообедать. Сейчас, а сколько сейчас время? Уже, наверное, часов 12, а? Правильно. Половина получилась? Понятно. В общем, время обеда. Есть два... Нет, точнее даже три, можно сказать, две фиша, да? У меня толстолоб на 14300, а Димончик две щуки завалил за трехи. Одна взвешивали 3400 с чем-то там, ну одна тоже такая за треха была. Так что рыбка есть. Сейчас пообедаем и будем продолжать дальше. Думаю, еще будут трофеи. Поклевочка, друзья. Так, это уже 12-я рыба.
Все, плыви, щучка, домой. Есть поклевочка. Димончик, сработала тактика. Четырнадцатая щука идет в зачетик, если поймаю сейчас. Ну да, то я когда возьму. Так, вот такие, друзья, щучки поклевывают. Заглотила моего изика, конечно. Бедная рыбка, да? Так, а чья походка? Изи Шайнер, Баркинг. Ух ты, поклевочка. Вот это такое что-то уже. Как полторуха. Или килуха, то показалось так. Так, друзья, 15-я щука в зачет идет. Тихо, тихо, тихо. Плыви. Поклевочка. Только поставил того же изика, что ловил на него в основном всех щук. Сразу поклевок.
мелковатая такая щучка. Ну, 16-я есть в зачете. Ну, прикол. Ну, грибок какой-то нашел тут, валяется. Так, и опять в заглот. Так, и кстати, друзья, тоже вот ловлю на такой грузик прикольный. Клык называется. Это новинка от Днепросвинец. Тоже интересная такая форма. Не знаю, конечно, какие функции она выполняет, почему именно такая форма, но прикольная. Это типа, я так понял, какая-то разновидность джигрига. Ну, рабочая тема, ловит. Такая интересная форма. Раньше таких не видел нигде. Грузиков. Так, ну что, друзья, сейчас у нас 2 часа дня. Подсел в такой беседочке попить чайку. Рыбка как-то трошки подзатихла, но все равно поклевки есть. Рыба поклевывает, но не так, как в утреннее время, скажем так. Уже, честно говоря, и рука болит таскать щук. 18, я насчитал 18 рыб у меня сегодня было, 17 щук и один толстолоб. Конечно, с тем толстолобом морила его где-то 45 минут. Морил, реально рука устала так. Спасибо Димончику, что подсобил, то что он реально самому взять такую тушу, ну вообще нереально. Димон его за жабры хватанул, вынес. Там, блин, думали подсаками брать, но подсак он явно не влезет. Плыви. Друзья, есть 20-я на сегодня рыбка. Такой щукер 20-й. Все та же приманочка работает. Копия под изика 3 дюйма. Хрен его знает. Пробовать надо. Ну, бежим сейчас
ты ее подсела. Без полива чисто натяжка такая пошла. Ну вот, только что. За час, наверное, первое. Стоять. Да походу все самое крупное у меня сегодня. Напоследок и мать плюнула. Вечерний выход. Крупняка. Да ё-мо, я опять раскрутилась. Есть еще шанс съебать. Давай на свечечку. Давай. Мне не хочется, заебалось уже. Да блин, затрахано. Выкручиваться, пацака. Не, ну у меня поярче. Не, ну конечно. Такая отбудь. Фух, ну, да нет, двушки, наверное, хотя сейчас взвесим. Не взвесил, упрыгал. Та же походу клюнула. Не, просто там тело типа свободного места мало между тройником и поролонкой. Вот это. Может из-за этого, ну то есть не затекается. Да, под ветер как-то покрупнее расклевали чуть-чуть. Это просто уже рука устала дергать их. Это где там? Покажись. Ты стартует. А может я, потому что там флюр. А як мы с этой стороны брать? Бач, она сюда идет. Сейчас прокрутится, походу. Не, у тебя нормально. А, прокрутилась. Вот, тихо. Опа, есть. Вот там флюр так некрасиво по зубам. Ну, это я вижу. Да, явно под вечерок покрупнее пошла щучка. Кило 780, короче, кило 800, подушник. Да, пошла, родимая. Да.
домике. Не, оттуда кидать лучше летит, да. А там ямка. Ну, получается. Самое глубокое место, оно тут на повороте. Поклевочка. Такой тычок, классный тык. Вроде щучка неплохая. Ой-ой-ой, что трещит у меня. Реально, ты бачишь, под вечер именно крупняки начали. И, ну, одна проскочила мелкая, шнурок. Да, затяни нормально, чтобы там она не выпадала. Да, походу там резьбы уже нема, наверное. Ой. Прикол. Давай как старинку. Да давай твоей можем. Да давай, лопата ваш взял. Ну ладно, давай. Че я головой буду это держать? Что-то она бойкая какая-то попалась. Тоже в заглот жадно. Этот флюр пора. Я думаю. Так ладно, ложи. Сейчас будем ее спасать. Порезал? Тоже с нога сюда. О, поклевочка. Забери, это так нет, шнурок какие-то. Где ты там покажешь? А, ты ж у меня подсаки нема, ну ладно. Будем брать руками. Опять заглот, блин, забрали, не заглатывать. Я заглатываю, у меня вот перестал. Так, Димончик, 25-я пошла. Может, это вот что-то это? Проводки. Да слышь, ты меня научил проводки. Все, плыви, шнур, подрастай. Так, ну что, друзья, сейчас 6 часов вечера, заканчиваем рыбалку на сегодня. Целый день сегодня проходили, прокидали, честно говоря, уже и рука болит кидать. Не знаю, как у тебя там, Димон. За 2 дня, но у меня за день болит. Да. В общем, поймал я сегодня 25 рыб. Димончик завалил 24. Сейчас вот упирается, последнюю хочет добить, чтобы уже как бы сравнять счет. Ну, я думаю, там разрыв, одна рыбка, это как бы несерьезно. Так что победила дружба на сегодня. Классно, порыбачили, реально, оно того стоит. Поклевок много, рыбы много, трофейные были, конечно. Ну вот у Димона 2 щучки такие за трехи было, у меня щуки не было трофейной, до 2 было пару штук, и толстолоб клюнул. Конечно, морил я его 45 минут где-то, я его морил, но взяли все-таки. Не без помощи Димончика, Димончик посеять я помог, подсобил.
Так что все, друзья, будем заканчивать на этом. Всем пока, до новых рыбалок, увидимся.